переносим на традиционное видео о подарках с выставки Евразия. Начнем, пожалуй, с того, что мы купили. Во-первых, это вот такая статуэтка папильона, которая очень похожа на мою собаку. Это была первая покупка. Во-вторых, это была игрушка, с которой Сабрина и сейчас играет. Это вот такая игрушка. Вот так она выглядит. Собаке очень понравилось. Ну, дальше мы уже приступаем к подаркам. Во-первых, конечно, нам давали очень много всяких разных каталогов, всяких разных книжечек, рекламок. Дальше. У стенда Карми нужно было заполнить анкету. И затем у них была лотерея. И там нам дали 4 пробника корма. Вот такие. Далее у стенда Хвост Ньюс нужно было зарегистрироваться на сайте. И за это нам дали, во-первых, вот такие вот вкусняшки-погрызушки. А во-вторых, целых 2,5 килограмма вот такого корма Монш. Что стало, конечно, абсолютной неожиданностью. Вот такие 2 пакета у нас получилось. Далее, после того, как вы зарегистрировались, можно было поучаствовать в игре, где стоял автомат, что-то вроде как в торговых центрах, для того, чтобы вытащить игрушки. И там уже я выиграла вот такой секретный подарок, это большая кость-погрызушка. А также мы выиграли вот такие вот конфеты, но уже для людей. Дальше у стенда Фармина. Нам дали 2 пробника корма, вот таких, получается по 100 грамм. Далее около стенда Winner Мираторг нужно было сфотографироваться и сделать 3D фото, и за это, если мы выложим, отметим их аккаунт, давали вот такой пробник сухого корма, тоже 100 грамм. Затем, кроме вот этих пробников корма, можно было поучаствовать в лотерее, где я выиграла вот такую сумку, а мама выиграла вот такой знак на машину Pet on Board. Дальше около стенда Crave за регистрацию и правильные ответы на вопросы давали вот такие пакеты, Сабрина показывает, в которых, собственно, была... Ну, вот такая рекламка, а также килограмм корма. Это тоже, опять же, очень неожиданно, и у нас теперь действительно огромные запасы корма. Посмотрите, если еще посчитать пробники, то получится очень много. Ну и затем около стенда с товарами Blitz нужно было сделать фотографию, отметить их, если я все правильно помню, и за это давали вот такие консервы. Тоже очень классные, с уткой. 3 консервы, большие, хорошие, вот такие консервы.